Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Страсть к путешествиям и переменам мест сохраняется у них с детства и до глубокой старости. Они продолжают интересоваться дальними странами, географическими открытиями. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Люди с буквы «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями и сообщают характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Владельцы этого имени также склонны путать реальность с собственными фантазиями, уходить в себя, впадать в депрессию и другие психические расстройства. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.